Итак, ребята, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Rise of the Tomb Raider. Так, погоди, почти готово. Есть. Так, я бы хотел узнать, что это у меня за чувствительность вообще. Помнить хотя бы. Ладно, пускай так пока будет, если там... Пошел! Поехали! Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Твою мать! Ну и дубак же здесь! Она испеклась, пошли точнее. Странно, что здесь хоть что-то работает. Такое ощущение, что нарочно все пограбили. Может, местные? Ну тогда их точно. У нас гости! Держу эту позицию! Она там! Открыть огонь! Они здесь! Нет, тут надо... Только так. Вы меня, конечно, извините, но у меня просто пушки. Так. Тебе холодно. Ладно, давайте мы с вами... Опа. Вот это надо. Это древесина, да, древесина. Она скинула маску. Наконец мы снова воссоединились. Без нее в последние годы было сложно.
В минуты слабости ее голос всегда придает мне сил. А когда Анна теряет надежду, я ее возвращаю. Однако, должен признаться, я беспокоюсь за нее. Да, ее здоровье пошатнулось, но меня беспокоит ее решимость. Боюсь, она потеряла часть себя, пока была с Крофтами. Должно быть, она так усердно притворялась влюбленной в лорда Крофта, что влюбилась в него по-настоящему. И теперь я боюсь, что это коснулось и Лары. Так, окей. Куда, да? А туда, это куда? А, понял. Так, если зря я туда, я сюда вышел. А, ну да, только за это. Пусть. Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор, я уже там. А, вот, ну вот и пистолет появился. Ну, патроны появились, да, конечно, надо обшмонали. Правильно я говорю? Да, нам. Да. Угу. Вообще мы можем одну аптечку изготовить, если чё. Толп с креплением. Что ты делаешь? Вот же... А, понятно. Блин, я орну, если будет, надо будет попасть в Жумар. Примерно, это такое себе дело. Сюда и сюда. А в эти здания? Анна, мне нужно туда. Куда туда? Давай. Территория большая, а троица требует доставить артефакт как можно скорее. А, зачем я? Спутник недоступен. Слишком сильные помехи. Здесь есть пророк, как будто этого места просто нет. Так и есть. Если пророк не впрямь спрятался с святой источником, он знал, что делал. Вот один лифт есть. Чем не два? Ага. Ну окей, мы сюда придем, а дальше. А дальше-то что? А главное, для чего это было сделано? Что? Кататься тупо. Нет. Ага. Яков, что он делает? Черт! Осторожнее, Лара. Но мне нужно самой попасть в развалины. А Крофт? Пусть пока жив. А, ну да, Ренджем там это уберется, я понял. Ну так спустись.
Что она делает, а? Борится она, конечно же, не мор. Она... Ладно. Смотрите, меня нажимают, блин, меня сказали отпустить захват, окей, окей. Ладно, отпускаю. Отпускаю. Она вообще спрыгивает. Еще раз. А вот сейчас нормально. Гениально вообще. Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и Святой Источник даст тебе жизнь. Что еще важнее, жизнь в чистом безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. Что ты делаешь? И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. В тюремном блоке никого. Всем внимание, она не могла уйти. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Мы должны их найти! Ищите! На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Я это делаю. Нужно достать провод из воды.
Так, нужно достать провод и два дыра. А, вот. Я пробую это по-новому. Может, этот старый рычаг поможет? Вот. Гранаты. Металлические банки, которые можно разбить по кругу граната, пробивают врага при попадании. Окей. Но. Я понял. Огонь на вставление! Быстро! Я прикрою! Снизу. Ну вот, скажем, вот так. Нормально или как? Ну да. Что-нибудь, увидишь ее! Огонь!
сказал! В беду. Вон он! Мочи его! А, черт! Черт! Впервые за последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные. А теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи. До сих пор не могу поверить. Все это время... За папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы. Ну такое, я посмотрел, ну такое. Выбрать трио. Давайте выбрать трио. Вот это надо. Мне надо еще это самое. Это рюкзак залезть. У нас же зимний климат, правильно? Экипировка. Нет. Не понял, подожди. Оружие может? Да. Вероятнистка, это вообще, ну как бы. Так вот. Вот это костюм напяливаем и все. Потому что зимний климат и так т.д. Я-то думал, это взрывающийся, а это нет, оказывается. Не взрывающийся. Ладно. Ну все, сейчас будет, сейчас будет. Берем калаш и просто идем. Несут всех там. Кстати, возможно, будет еще и Лори. Прохожу, прикрой! Попал! Продолжай! Огонь на подавление! Перехожу в укрытие! Взяли ее! Прикрой меня! Да! У нас труп! Задел ее! Да. Только ты и я! Да. Поберегись! Граната пошла! Вот так вот. Позицию. Занимаю позицию. А, нет.
попал! Вот это не пара, что вы хотели? Правда, иногда не получается, конечно. Выцели вот этот раз. Ужасно, да? Да ты прикалываешь. Убийство будет дорогу прокачать. Потому что она это душилова луком. Продолжаем, она ранена! Пойду. Ложись! Это прям крайне красиво. Ой, хорошо. Вижу врага. Она одна. Вперед! И не тормозить! Пойду посмотрю. Огонь на направление! Быстро! Попал в нее! Стрелять по одной цели! Поберегись! Это ошибка вышла. Так, надо сначала взрывающийся это сделать, потом вот это вот кинуть. Вижу врага. Она одна. Мы ее обошли. Дай ей прикурить. Стреляю! Блин, серьезно, я ну. Ой. Это думал, она ее побывала. Попал! Продолжать огонь! Прям хорошо. Я в укрытии! И заряжай! Блин. Давай! Ну нахрена это так делает? Я не понимаю, зачем так делать. Вижу врага. Она одна. Вперед! И не тормозить! Иди, не на моей головы потерять! Короче, я не вижу, что это будет гранаты. Стоп, стреляю! Попал! Мочи ее! Поберегись! Перехожу в укрытие, он мертв! Да, прикройте, перезаряжаем! Прикрой меня! Огонь на подавление! Короче, понятно. Я расслабился. Прям жарко. Вижу врага. Она одна. Нахрена так делать, блин, надо приезжать и наполниться. Нахрена так делать? Можно же ледорубом, вот просто ледорубом грохнуть и все, это затратное время. Вижу врага. Она одна. Вперед! И не тормозить! Просто. Тут стреляю! Задел ее! Затратное время, вот это вот фигня, блин. Ничего получится, нет.
Господи, я так долго с ним не мучился. А их всего-то ничего. Понимаете? А их всего-то ничего. То получается, вот как бы хорошо стреляет гепарда, то не получается. Что здесь случилось? Ну не бесит, но... Мы прорываемся все дальше. Я с облегчением чувствую, что именно эту работу мне суждено было выполнить. У меня чешутся шрамы. Это постоянное напоминание моей высшей цели, о моей избранности. Когда-то я был невинным ребенком, не знавшим зла. И я проснулся однажды ночью с криком, от боли. Кровь стекала по ладоням. Я был в ужасе. Избежать этой миссии я могу не больше, чем собственных рук. Яков? Депо уже близко. Ты там? Тропок моря, трав мало. Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Осторожно! Это
Вот это не надо. Как так можно-то? Это единичный проход вообще, единичный. Нет, она просто тупит. Короче, новые воспоминания у нас будут сейчас с Ларой. Видео, посмотри по всему. Ага. Пап, все еще работаешь? Пап? Он, короче, застрелил. Я понял. Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но...
Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знай, что сделала правое дело. Нет. Прости. Я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Все, что приобрели для помощи Баба-Яга, храм ведьмы для Райта в Тумб Райдер. Яков, ты здесь? Черт, где же он? Не стреляй! Проходи, я с Яковом! Он велел дождаться тебя. Эти сволочи нашли нас раньше. Проходи. Хожу! Штаб! У нас тут на старой лесопилке местная! Мы ее ранили, но упустили! Тут повсюду ловушки! Одного мы уже потеряли. Начинаем разведку. Ладно, ребят, давайте на этом с вами закончим все-таки и продолжим в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.